С начала 2017 года число зарегистрированных преступлений в городском округе Люберцы сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал начальник межмуниципального управления МВД России Люберецкой Евгений Романцев во время очередной встречи с журналистами. За первые 6 месяцев 2017 года на территории обслуживания Люберецкого УВД совершено 2054 преступных посягательства. Около половины из них зарегистрировано по линии криминальной полиции. По словам Евгения Романцева, в этом году значительно снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Убийств стало меньше на 36%, а разбойных нападений почти на 43%. Основные преступления это остаются, как всегда, это имущественные преступления, это квартирные кражи. Это кражи из домов, дач, кражи транспортных средств, грабежи и разбойные нападения. Увеличилось количество вымогательств в этом году. Что касается раскрываемости преступлений, то в целом по управлению результаты повышены почти на 6%. Улучшены показатели раскрываемости причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом. Раскрываемость убийств и изнасилований составила 100%. Также сотрудниками управления в текущем году велась большая работа по выявлению преступлений по статье 322 УК. Это незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. То есть мы выявили более 260 преступлений. И все эти граждане привлечены к уголовной ответственности. Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями также показали в этом году хорошие результаты работы по выявлению и пресечению коррупции. За 6 месяцев полицейскими выявлено 6 фактов взяточничества, а также раскрыто 2 экономических преступления, совершенных в составе организованных групп. Луиза Егиазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.